Наконец научилась главному – следовать принципу «время покажет». Я больше не паникую, не рву волосы на голове, не копаю истину, пока не сломается лопата. Если что-то идет не по плану, я просто откладываю это в сторону и жду, чем все обернется, а после делаю выводы. Меня больше нельзя вывести на эмоции, поиграть на моих нервах и так далее. Я теперь знаю, что со временем все станет на свои места. Откроется любая истина и сложится любой пазл. Поэтому я больше не треплю себе нервы. Отныне я себя берегу, а на прочее просто забиваю. Не забывайте себя любить. Одна из самых серьезных неприятностей, которые могут случиться с вами в жизни, шанс потерять себя, слишком любя кого-то еще. Забыть о том, что вы тоже человек и тоже достойны любви. Вот скажите, когда в последний раз вам кто-то говорил, что любит вас просто так, целиком, без изъятия? Что то, что вы говорите и думаете для этого человека, очень важно? Когда вам в последний раз кто-то говорил, что вы отлично справляетесь с делами или просто отвозили куда-то, потому что вам там хорошо? А когда этим кем-то были вы?